окончания Второй мировой войны Нидерланды направили 100 тысяч военных в Индонезию. Имя? Йоханнес Леонард Мария де Вриссер. Чтобы подавить восстание за независимость страны. Вы храбрые сыны своей родины, и страна будет вами гордиться. Это точно! В нашу прекрасную колонию проникла японская отрава. Эта же отрава поразила разум президента Сукарно. Эй, Сукарно! Мы идем за тобой! Смирно! Солдаты, добро пожаловать в лагерь Матьян-Лиар. Сейчас тут заживо изжарюсь. Вы видели повстанцев? С чего эти люди должны нам верить? Нереально. Что ты знаешь про турка? Положи обратно и убирайся. Говорят, он сам по себе. Ты приехал помогать людям или исполнять приказы, как другие? Я знаю, где их лагерь. Это место в глубине вражеской территории. Твой командир - идиот. Люди делятся на два типа. Охотники и жертвы. На войне приходится выбирать, кто ты, и это круто. Ты можешь высоко взлететь, когда знаешь, кого подмазать. Смирно! Я никогда не думал, зачем мы здесь. Посмотрим, как далеко он пойдет, когда они узнают, кто он на самом деле. Огонь! Я на такое не подписывался. Обратного пути нет. Два типа людей, Йохан. Если ты решил, кто ты, другого пути у тебя больше нет.